Активисты Одинцовского отделения «Единой России» провели встречи со школьниками в Одинцове и Больших Вязёмах. Мероприятия прошли в рамках проектов «Историческая память» и «Новая школа». На площадке Одинцовской школы номер 1 состоялся киноурок, в ходе которого школьникам рассказали об истории, произошедшей в 1943 году в оккупированной деревне Псковской области. А в Большевизёмской гимназии прошло мероприятие по патриотическому воспитанию молодежи «Земли российской сыновья». Беседу провел депутат окружного совета Владимир Семин. Также он поздравил школьников с наступающим Днем защитника Отечества.